Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, это моя собака Лёля. И сегодня будут вот такие вот небольшие покупки из зоомагазина. Ну что ж, давайте мы начнем. Ребята, сразу пишите в комментариях, нравится ли вам моя собака Лёля. Как вы считаете, ее красивой или нет? Ну, я надеюсь, что будут хорошие комментарии, потому что мои подписчики пишут мне, что любят Лёлю. Да, Лёль, посмотри, пожалуйста, в камеру. Может, я сейчас только пришли с прогулки, даже и она устала. Вот. Я выставила фото Лёли в одну группу, там, где она улыбается. Вот, думаю, многие знают то, что Лёля умеет улыбаться. Это по-настоящему улыбка. Как Лёля улыбается? Как Лёля улыбается? Молодец, это умничка. И у неё прикус правильный, только у неё проблемы с зубами есть, потому что она уже старая достаточно, и это порода такая у неё. Вот. И написали разные гадости про Лёлю. Поэтому я не знаю. Это неправда, все, у Лёли хороший прикус, она очень красивая и ухоженная собака. Ладно, давайте мы начнем. Первое, что я купила, это вот такой вот ошейник для Миши. Вот такой вот брезентовый, большой, достаточно крепкий, вот тут широкий ошейник. От фирмы Зоо, что-то, Зооник, вот такой. Лёль, иди сюда. Пожалуйста, побудь со мной. Вот такой вот ошейник. Вот здесь вот оно сделано как кожа кого-то, а вот здесь он брезентовый. Вот такой вот ошейник стоил 280 рублей, вот такой стоил. Это Миша, он очень прикольный, мне понравился. Давайте дальше. Все, что я купила, тоже Миша. Это такой паучи от фирмы Цезарь с говядиной и кроликом в соусе со шпинатом. Это ему добавить просто еду, потому что он в последнее время плохо кушает, это из-за жары. Вечером он кушает очень хорошо, а утром плохо, потому что утром уже жарко. А вечером уже прохладно становится. Поэтому я ему добавляю утром, чтобы он покушал, чтобы у него были силы на весь день. Вот. Вот такой вот паштет. Не паштет, а кусочки. Ладно, давайте дальше. Что я купила Миша, потому что Лёля такого тоже не будет. Это от деревенских лакомств, вот такие витамины. Ой, Лёля устала, улеглась. У меня лапы просто мокрые, они не грязные, просто у неё мокрые, я ей помыла. Такие вот витамины, здоровые зубы, помощь пищеварению, крепкий иммунитет, высокая поедаемость, я не увидела. Вот. Это такая Вита написано. Еще не пробовали, давайте мы попробуем. Если что, в следующих его покупках я вам расскажу, как они понравились Мише или нет. Вот. Ладно, давайте дальше. Следующее, что купила, это Лёле вот такой вот корм от фирмы Монж. Корм, я не точно не знаю, как эта линейка называется, там нарисован волк. И это, и там я так понимаю, все вкусы такие экзотические, как там с кабаном, с оленем, там с лосем, с кем-то только там нету. И это я взяла с кабаном, вот такой вот 100 грамм. Я забыла сказать цену, цену этого не знаю, там 500 рублей стоил килограмм, 515. Вот это стоило 120 рублей, а это 28. Вот, и последнее, что я купила, это ловкость гусиное мясо. Это вот такие вот, как медальоны из гуся. Еще не пробовали такие, стоили 190 рублей, по-моему. Вот, состав вместо гусарки, соль, вот. Состав неплохой, потому что тут всего два ингредиента, но я не знаю, сколько тут соли, но надеюсь, не много. Посмотрите, Лёля, как штырь. Чё ты? Вообще? Ой, хорошо-то. Ой-ой-ой. Вот. В общем, ребята, если вам понравилось это видео, поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.